Тюмени нашли ребенка Маугли. Известно, что 15-летний мальчик практически не выходил из квартиры, не ходил в школу, не доедал и из-за всего этого очень сильно отстал в развитии. До такого состояния ребенка довели собственные родители. Его мать не работает и ведет затворнический образ жизни, оградившись от любых контактов с людьми. Чтобы забрать ребенка у матери, органам опеки пришлось обращаться к его тете, которая помогла уговорить сестру открыть двери. У ребенка наблюдается психическое отклонение и требуется консультация врача-психиатра. Приглашенный врач-психиатр выявил отклонение и у матери ребенка, но затруднился поставить точный диагноз. Родительница не смогла объяснить социальной комиссии, почему ее сын не ходит в школу, но заявила, что у нее нет денег, чтобы собрать на учебу. По словам женщины, бывший муж применяет к ней насилие, а ребенка бьет злая свекровь, которая намеревается выселить ее с сыном из своей квартиры, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. Отец ребенка сбежал из семьи и живет в Москве, контакта с ними не поддерживает, поэтому жену избивать не мог. По решению Калининского районного суда оснований, для лишения родительских прав нет. Ребенка из семьи временно забрали органы опеки, но у матери есть возможность вернуть его. На это у нее есть 6 месяцев. Если в течение этого времени женщина не исправится, то она будет лишена родительских прав.